Приветствую вас, и на самом деле никак, Маргарита, вам себя не переключить, потому что, ну, вы, по сути, только отвлечетесь от того, что вас волнует. А проблемы вашей это объективно не решит. Вот, не решит, потому что вы хотите ребенка, вот, очевидно, что вы достаточно сильно его хотите, и мне кажется, что очень важно понимать, для чего вам ребенок? В принципе. То есть вот в принципе, зачем вам ребенок? Откуда такое сильное желание его иметь? Причем настолько сильное, судя по тому, что вы описываете, настолько сильно, что вы сравниваете себя в этом контексте со своими одногруппницами. Вот. Что вас накрыло, тоже, на мой взгляд, довольно важный момент. То есть вот что конкретно вас накрыло. Накрыло ли вас, например, желание ребенка, или накрыло вас, например, что-то еще? Есть ли у вас какая-то потребность в нем, в ребенке, или опять же что-то еще? Понимаете? То есть мне кажется, что вот здесь очень важен вот этот момент, очень важно понять, для чего вам ребенок нужен. То есть не переключаться, да, не переключаться на что-то другое. Это было бы не совсем адекватно, не совсем полезно для вас, а именно исследовать, зачем, для чего мне ребенок, вот, почему я так, допустим, сильно его хочу, вот. Что он для меня значит, к примеру. То есть это вот то, что мне кажется, нужно исследовать. Это то, что мне кажется, нужно проработать вам. Сделать это можно, опять же, через помощь психолога. То есть, ну вместе с помощью психолога это можно сделать. Либо это можно сделать как-то еще по-другому. То есть я имею в виду, все зависит от того, что вы хотите для себя сами. Вот. А переключаться, да,
Ну, переключаться это, на мой взгляд, не вариант, не выход. Потому что проблему, вашу проблему именно, это не решит глобально. Вот, соответственно, то, что я могу вам сказать. Как правило, ответственность за подобное восприятие беременности и ребенка несет сверхмотивация. Которая, как правило, есть у человека. То есть, грубо говоря, за счет ребенка, через ребенка человек пытается для себя что-то реализовать, ну, реализовать какие-то свои другие цели, какие-то свои желания. Вот вы говорите, что там, например, что наконец-то условия позволяют, да, наконец-то вы можете это сделать. Вот, соответственно, хочется спросить, в чем такая важность? Что вы пытаетесь достичь, что вы хотите добиться. Мне кажется, это является ключом к ответу. Для этого необходимо проанализировать, поработать с вашими чувствами, с вашими желаниями, и лучше себя понять. И когда вы будете себя лучше понимать, если вы будете себя лучше понимать, то, возможно, вас отпустит, и вы сможете как раз-таки так подкорректировать свое поведение, что появление ребенка, например, будет, ну, не таким важным для вас. Вот. Это то, что я могу вам ответить. Значит, найдите возможность и пообщайтесь с психологом по поводу того, какую проблему вы хотите решить за счет ребенка. Вот. Еще раз повторю. Ничего плохого в том, что вы хотите это сделать, нет. Ничего именно плохого ничего нет в том, что вы хотите это сделать. Но лучше для вас будет, конечно, поисследовать для себя те аспекты, которые привели к такой реакции. Потому что я уверен, что вы сможете их для себя выделить, вы сможете для себя их определить. Я уверен, что при вашем желании, если у вас будет такое желание, вы сможете это сделать. Вот. Потому что вот даже вот по вашему тексту, да, есть такое ощущение, вот, что вы, ну, что вы вот говорите, что меня накрыло, да, а в чем накрыло, собственно говоря? А почему накрыло? Что накрыло? Вы не описываете, не говорите. А это важно. Понимаете, какая штука. Так что, так я могу вам ответить. Надеюсь, что это было для вас полезно. Если вам понравился мой ответ,
Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучший мой ответ. Я вам желаю всего вам самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Вот, и, соответственно, мы будем рады вам помочь, если, если у вас возникнет желание обратиться к нам за помощью. Вот.